Всем привет, дорогие друзья. Ну вот, приехал я после выходных. Еще пока нахожусь в отпуске, так что могу порадовать ранних стримов. Так, ну вроде все настроил, теперь ну, пойти. Посмотрим, кто у нас в городе сидит. Теперь его ФК. Ладно, пойдем один. Начнем, наверное, с дикого, как обычно. Берег. Там можно. Так, Фор, привет. Ангард. Правильно, да? Ну, доброе утро тебе тогда. Не знаю, зачем ввели респиратор. Слэшер, здорово. Стрим так рано. Не знаю, у меня обед время, 2 часа. Пока в отпуске, вот почему. Могу рано стримы делать. Лишнее выкинем. Вот живой. Это пинг странный. Ящики чек. Ящики зовут. У нас слышал одинаково с тобой время. В армии привет. Пойдем до заправки. Перестрелка либо на стройке, либо на старой заправке. Блять, точно, на старой заправке. Пойдем сюда. Заново чекнем. Или, блять, на стройке все. Стас, здорово. Саня, привет. Хорошо, сразу три модера. Роман, привет. Да, у кого-то так понедельник начинается.
У меня еще неделю, и потом опять на работу ухожу. Что, бот сидит? Александр, привет. Есть. Я в курсе, а? Он здорово. Илья, привет. Шумка нам нахер. Отлично. Хотя давайте тушняка возьмем. Блять, у тебя бронежилет. Двое сидят. Да-да-да, у всех, у кого утро, доброе утро. Блин, забыл чай приготовить. Значит, реально на настройке стрельба была. Блять, урод. Один. Блять, боюсь, сейчас лутать начну на охоту. Но парни меня загасит. 14 медицины осталось. Охуенно. Ладно, пусть. Врач. Ты жетон не пиздится.
английский я уже давно изучил, по сути. Свечки же нужны будут. Выкинуть денег. Прыгает. Так, дядя Слава, привет. Паша, здорово. Да-да-да, долго лутался. Это ошибка, нельзя так долго лутаться. У меня наушники. Спалился. Блять, две руки выбил мне. Пидрила она. Давайте чекнем. Прям забыл, да? Блять, с кивером наушники не одеваются потом. Нифига себе. Какая-то хуйня валяется. Наверное.
в наушники тоже не оденешь. Но... Так, надо с выхода посмотреть, какие у меня есть. Что случилось за 14 минут? В смысле? Артём, мам, спасибо. Киска 4 старая. Доски временки это где-то здесь. Ира. А, ЖД Таркова. О, правильно. Все, можно на выход. Знаю, знаю, Стас, спасибо. Да, скорее всего, слышал, там что-то шляпа какая-то в том рюкзаке. Видел же, он какой-то бутер собирал. Сейчас, кстати, смотрите. Когда ты нажимаешь, сейчас разгрузится. Моменты где-то упал. Фраг убить. Сразу сохранять. Удобно так-то вещи стал. Блин, грохнул. Я опоздал на 14 минут, просто понятно. Лампочка Ильича, здорово. У меня что-то... А, задание. Сразу разложим. Блять, а что мне здесь АВС сделать. Роман, бустер, привет. Блять, кулер вроде понадобится. Так, куда пойдем-то? Погодите, по заданию мне нужен нужнее. Заны, ЧВК. На развязку с одной стороны надо. Ладно, давайте пока на завод сходим. Время такое неподходящее. Нам придется на завод пойти. Так, матрешка из рюкзаков. Ну да, может, дар. Но пока ты бомж, ты, получается, все себе собираешь. И рюкзаки, и все эти. Обычно я же сам все продаю. Оставляю только он трезипы и все. Игрок, если надо будет пойти с фронтус. Да-да. У них надо, им надо как-то сортировку сделать. С хрони, чтобы удобнее было. Патроны, гранаты. Так.
А то реально приходят с этим тетрисом. Тетрисом баловаться потом. Стас, чин. А распил, привет. Один на берег. Вот тут уже вариант, да? Давайте следующую катку на берег. Ну, первый ты затупил, игрок. С таким опозданием, что я легко мог просто тут кусты просто. В кусты мне пострелять, и все, и завалил бы мне. Да. Либо он подумал, что я умер. Что я обещал. Западло, привет, кстати. Ролл свой. Думаешь, самый лучший берег? Ну, берег, она большая локация. Тоже, там, если ты никого не найдешь, то тоже скучновато. Самый драйвовый, да, завод. Потому что он маленький. Так, Рома, я немного не понял. Группа имеешь это что? Служивый! Сколько?
Еще кто-то перестрелялся. Возможно, да. Потому что какая-то тишина. Возможно, сидят в этом. Где кары, короче, там, возможно, группа. Либо вот здесь лежат. Нет, бот сидит, блядь. Алекс, привет. Где-то надо мной будет один. Я разминулся с игроками, нахуй. Шопимик, здорово. Эдуард, привет. И все равно дешман. Блять, сверху. Залава! В квадрате там ходит, блять.
Здорово. Здорово. Играешь? Да. Классно. О, ты же стрим видишь. Че, вместе читаем? Да, погоди. Ладно, валить надо отсюда. О, тут тоже человек. Не, ногу я не сломал, я просто... Ногу я не сломал, и просто кровотечение у меня было. Ладно, пойдем на выход. Слишком что-то там многовато. Что, у меня руку вымели? На берег собирайся. Понял. Так, типа онлайн 75, а лайков... Классно! Ни одного игрока одни ники. Странно. На заводе что-то вообще ЧВК в последнее время не нахожу. Ну они все задания идут выполнять на развязку. А что там на развязку? Там же куча всяких заданий. Развязки. Слушай, а у тебя нет лишнего газана? Ну, куплю. Я нет. Жалко. Всякие бутер собирать. Идюшник нахер не. Я не знаю. Кивер взять или. А, не, кивер, говно. По сравнению с другим шлемом. Зашел, вышел. Так. Что, все готов? Нет, секунду, тут анальгин надо купить. С
Слушай, у тебя же игры нет. Чем у слэшера же есть игра? Так, побег Старк, вот что-то. Лес. Право, лево. Ну, день. Ну, право, значит. Вон 8 утра, как раз. Что, ты зашел, нет? Да-да-да, я зашел. Берег. Ну, а... Да, зашел. Да-да, барахла еще много натаскал. Вином прибыл. Да скорее бы все эти задания сдать уже. Поудобнее. Скоро он пустой, чтоб так сказал. Сейчас посмотрим, сколько народу на берегу играет. Ну что-то завод вообще тишина была. Я позже тебя, скорее всего, появлюсь. Я на берегу сегодня не катал. Пойду себе воды налью. Станислав, привет. Спасибо за пожелание. Кстати, не посмотрел там, что за мини-эйд. Вот фикс какой-то опять. Загружали. Скорее всего, на выходных, да, загружали. Тут микрофон отключает. Миша. Понял. Слышу, как ты наушники поднимаешь. Ставишь. Угу. Ой, блядь, мне не нужен отбол. Ты что, не взял? Вниз к воде спускаюсь. Угу. Ящик, чек. Сразу в санаторий лучше пойти. Хорошо, МВПО. Это ВПО у меня. Да подобрал тоже с кого-то. И модифицировал. Писюта решала, да, уже убивал. Они тяжкие. Это ожидаемо начался с тобой. Чего? Ждай, мне начало сесть что-то долго. Я появился. Вот не сервер. Так, нет, тебя увидеть. Я пошел в сторону санатория. Так, а он на церкви в какую сторону сейчас сориентируюсь? Карту не знаешь. Блять, да кто-то гудит нахуй. У меня географический кретинизм. Я плохо ориентируюсь на местности.
по сталкеру. Блин, ну, не знаю. Надо моды ставить, графические улучшения, чтобы были. А ты какую часть хочешь? Да, хоть все три прошел бы. Ну, я тебе могу парочку подсказать. Ну, если надо. Так, я вот сейчас пойди к санатории, да, под лэп я. Ну, я уже подхожу к санаторию. Посмотрим, слышишь? Главное, моду поставить. Как сыграть. Просто я установил первую часть, и, знаешь, глаз не вырвался, но такой график. Когда-то она была мега крутая. Так, нет, стоп. Ты что-то куда-то... Да, не все правильно вроде. Наконец-то нашел. Я в санаторий зашел уж. Надо, короче, точно карту учить. Слева будет стрелять. На дороге можно. Нет, проход через скалу. Знаешь, где выход? Вот там будет стрелять. Так, блядь. По мне тут стреляют. Сейчас убью его. Минус. Это я от тебя слышу, что ли? Да-да-да, я его убил. Нет, я имею в виду это... Твои звуки, что ли? Да, возможно. Где его убил-то? На улице. Возле... Как это херня называется? Ну, где электрощитки? Типа генераторов. Слева от входа, короче. А, все, понял. Сейчас перезаряжусь, поднимаюсь на второй. Давайте у меня ключи, оказывается, куча. Я на третьем. А ты где? На втором. Ладно, на третьем. Сейчас ты где-то правее. Вот он прицел. Пусть стоит. На паузу надо. Где ты стреляешь-то? Ладно, по второму дальше пройдусь. Давай. Я морфи нашел. Кто ты? Морфи нашел. Это для квеста. Это по-иски, блин. Ну, я думал, винтовочный потом. Так, 7.62. По второму дальше пошел. Блять. Нет, неволю мне ключ-то был.
меня, короче, ключ есть от сейфа какого-то в административном кабинете. Я не разобрался, где это. Ну, типа, написано, что на втором этаже. О, в том здании. Или хотя бы, погоди, в этом. Ну вот, я, кажется, его нашел только что. А вот ключ, как назвал, я не взял. Ладно, в следующий корпус пошел. Угу, да, это окей же. Удани бинты. Вот на кого-то согрелся. Возможно, на меня. Отгони, да! Блять, что за подвесоная нахуй? Сейчас гушу, кашмаляю. Не гушите. Это... Короче, на где-то блатных откуда-то домах. Мы пришли. Ой, я дал. У тебя нету шины? Ногу сломал. Да. Сейчас вертолет пойду чекать. Блять, ключи нужны, да? Не, ну Станислав, там может быть видишь, что дверь может, враг там уже передо мной прошелся, открыл. Поэтому приходится как-то подходить. Морфий для задания. А, нашел, короче, скорую. Что сделал? Так, я в корпусе административном почти. Нет, я в кинотеатр пошел. А? Смотри, вражина, походу, где-то там была. Понял тебя. Бот возле перехода где-то. А, в переходе прям, возле перехода. В твоем. Ё-моё. По тебе? Да, по мне, он в твоем корпусе. Бот стреляет или кто? Да-да-да, бот. Видите, кто-то дверь уже открыл. Магия якобы.
не зол. Всегда дверь была открыта. Это не помню. Ты на втором. Нет, вали. Пиздец. Он тебя завалил? Нет, я живой. А, красиво. Убил его? Нет, еще. Так, я... Блядь, типа он меня убил. Сука. А он где именно был? Блядь, надо было сразу по нему стрелять, нахуй. А где он был? На втором этаже. Понял тебя. Ближе к твоей лестнице. Сейчас голову меня завалил. Уже два попадания, 112. Так, Андрей Любимов, привет. Ну-ка, попробуешь. Диким попробую зайти. Угу. Он, кажется, думает, что ты один был. Возможно, он уже лутает. В коридоре, прям возле коридорики. В коридоре есть ящик. Стол с ящиками, а там прям. Сначала стреляй, потом спрашивай. Надо было так сделать. Ну-ну. Мне этот где-то в другом месте. Не вижу, что он сел там. Здорово, дядя! Минус. Я лутал. Да. И уже успешно залутал. Петушок. Ну, у меня трезип так и вепрь был. Он залутал твой вепрь. О, твою солевую я возьму. Там куча солева. Почему гранату не кинул? Так, кто знает. Сколько время у тебя? Мне 44. А, нет. В понтовом месте куда появился. Рома, ну блин, тут не предусмотришь всегда. Да, конечно, после смерти думаешь, блин, почему так не сделал, почему Грейну не опрокинул. А именно когда уже бой начинается, там уже все по-другому. Он твой рюкзак, кажись, залутал. Ну, забаговал. Я его залутать не могу. Зип что? Угу. Золото. Набор для переливания. Их 5 штук вроде надо для заданий новых. Классно. Блин, у него кираса классная. Он гжель выброшу. Фига, где-то рядом стреляется. Вепрь твой лутать? Смысл? Ну, ну твой сейвить? Он тебя застрахован? Да. Ну ладно, сейчас выкину его где-нибудь. Ну что, неплохой день, господа. Нихера тут ботов, блять.
Он типа... Я подозревал, что он лежит и лутает тебя. Ну так и произошло. Я его сначала не заметил. Бля, очко не треснет? Темку залутал. Ну я диким зашел на берег. Сейчас патрон надо закидывать. Все, у него 60 патронник полный. Найти. Ну, ладно, тогда я сваливаю. Дорога на таможне. Где бы еще патроны нарыть на М-ку? Кнопки сделаю у себя, ну, твои звуки слышу. Да-да-да, без проблем. Ну, сейчас сныкаюсь. У меня наушники просто довольно громкие, а если я тише сделал, я выберусь тут. Так я говорю, с кнопки-то. Ну-ну-ну, ща. Напарник, ну. Напарник там убил который, чувака, который меня завалил. Так, перестрелка здесь была. Так, что вроде это? Нормально. Тут написали, типа, ну, может, я неправильно понял, но то, что это моя ошибка. Нет. То, что тебя завалили. Там написали, надо было стрелять. А если бы я бы тебя завалил, то это уже была твоя ошибка была. Нет, что Дима, не сначала стреляй, потом спрашивай, а потом его ошибка, что не сообщил. Так он тебе говорит, то, что надо было мне сразу валить его, а если бы это ты оказался, то это была бы твоя ошибка, что... А, ну все, понял, тогда без претензий. Ты не собрался. Я подумал, что он на меня гунул. А потом, ну, понял, все. Все, я выхожу. Хорошо, получше оружие. Кстати, какой-то прицел на М-ку нашел. Нет, чего стреляет? В плотных домиках, ну, рыба.
Сейчас туда сбегаем. Ван, а, привет. Спасибо. Ключ нашел. Первый. Пока не буду проверять. Там надо идти. Слушайте, а сколько надо морфия? Знаю. Еще 5, кажется. Ну, 4 осталось. Так, во втором. Ладно, была не была. Типа сейчас отвечаю. Где тут, блядь, запрыгнуть-то можно? Где? Ладно, нахуй, пойду штурмовать. Заебал он. Это кто такой, нахуй? Вы убили, что ли? Нет, еще один тут боку. У меня ноги выбиты. Кстати, анальгина нету. А, не, ноги целы. Блять, вон с той стороны был. Тащи, куда другой прибежал, блять. Один из дома так же стрелял. Погодите, давайте-ка перезайду. Сервера. Все сервера поменяю. Реально народу нету на сервер. Но вот который тебя завалил, он 26-го уровня. 27-го. Он один был, видишь. Толпа будет. Ладно, сейчас зайду. Понял, да? Да. Да, вон там. На унитазе?
На железной дороге. Я выхожу. Сильно полез... Где вагон? За вагоном вот этим. Трубами? Да, с трубами. Вроде убил. Рада да. пошла туда. Да-да, убил его. Блять, нихуя так. не прикинул. Будь заходить через... К тебе пошел, походу. Да, вижу. Чё кто стреляет? Убил один, на новой стройке они, двое. Убили тебя? Не-не, я живой. Я гранаты закинул. Я один был. А за временку ушел, за временку убежал. Двухэтажную. Слышал, да? Да. Туда граната пошла. Ты где? Я на новой стройке. Убил одного там за время. Еще слышал? Одного стрелял. Так, еще минус 2. По левой, по правой стороне. Меня убили по правой стороне. А, понял. Терял. Не вижу, он лег, либо бежал налево. По мне работают. Одного сложил. А, нет. Одного сложил. Там трое. Отходи, отходи. Одного сильно раздамажил. Один дохло валяется, короче, точно. Ну, я его убил, да. Я ухожу в лес. Давай, давай. Разъебашили жестко. Второго положил, походу. Да, второго положил. Угу. Левую сторону чекай. Я пока двоих покажу. Можно? Да, работает по мне оттуда же. Оттуда же? Да, ну с леса уже. А. Да через кусты как ты стреляешь-то? Спрячься, спрячься, отходи. За бугор. Да я не могу. Блять, я не могу спрятаться никуда. Блять, давай, я сближаюсь. Не, сейчас погоди. Он, короче, слева в лесу. Ты вперед на него идешь, что ли? Я не иду, я отключусь ему. А ты только что присел, сидя идешь. Да, да, да. Я с правой стороны. Слева убегает через кусты. Живой еще, да? Да, живой, живой. Блядь, перезаряжаюсь. Одного убил. Он один, мне кажется, один был, походу. Я подхожу, слышу? Я подхожу. Это я. Втроём. Так, вижу, бежит. Одного завалил. Один в здание зашел. В картотеку. Блин, штурмую. Он в душе. Так, народ, я вернулся. Сервера, короче, по умолчанию сделал, пускай автоопределяется. Плюс приодеться. Кстати, теперь я заметил, что документы можно просто обменять. Нужен код, лев, 5 статуэток. Те, кто хоть теперь хотел документы, это легко добыть. О, погодите. Стрим.
Таня. Морфи. 4 морфи. И 2 газана надо. Мне еще 7 надо. Го сейчас в полном весе на завод или на развязку? Да хоть куда? Ясненько, пошли на завод. Да надо еще. Угу. М-ку не донес, кстати. Один. Такая. Надо. Так я с обычным калашом пойду. На таможку. Здесь? А, да, да, я все время забываю то, что на F2 поставил. Голосовой на F2, что? Ну, у меня другие клавиши заняты. Давай на таможке жду. Идем. Я уже... О, Винсон, здорово. Привет, к Морфи я тебе дам. Да я думаю, найду за сегодняшний стрим. Мы уже катки. Приглашай. Ну да, давай встретимся, Винстон. На какие локации ходите? Бегаешь, чтобы тебя крыса убил с какого-нибудь угла. Ну, здесь Вадим просто не получилось у меня, чё. Видишь, я хотел в здание все-таки пофиг зайти, перестреляться. Еще один какой-то сбоку обаш появился. Стас, хищника или уик. Блин. Хищника надо. Ну, пока у меня еще не все модули же, видишь, открытые. Надо ждать. Откроются модули, соберем. А что за хищник? Нет, что-то не в теме. Либо калаш, либо тайга с тремя ЛЦУ. Понял. Как бронежилет после обнова. Блять, непонятно пока, вообще очень непонятно. До этого патч был нормальный. Нормальная броня была. Так, Little Beat, а привет. На берег ходите, да, ходим. Только что на берегу, блин. Хищники. Это полтора ЛЦУ. Не, там можно ЛЦУ поставить, но они не яркие. Плохо видно. Смысла нет, не вижу. Ставить. Кстати, чат не работает, да, на экране? Есть такое. Сразу идем. Да ебаный урод нахуй.
не перепрыгнешь эту хуйню. Чё? Не перепрыгнешь, говорю, эту хуйню. Впереди двое. Сука, меня сняли. За забором один конченый. Нет, каленый. Блять, пробили мне всего нахуй. Ты их снял? Да, был снял. Красавчик. Чё, полуть или чё? Ну, калаш, броня. Рюкзак был? Нет, не было. Что-то хотел улыть пойти. Один мне понадобится. Уже. А чё быть. Патроны какие-то ОС взял? Трассером пользоваться не хочу, а по РС, ну ты понимаешь. Пока похожу на завод. Угу. Газаны-то нужны. Че? Газаны нужны-то. Стой, броник не будет. Мне ключ от места, где они спавнятся. Блять, броник. А так что, можно выбрасывать? Так. Ну как ты через забор мой броник вынес? Да. Ну как видишь, что можно. Буду знать. Это уже верст. Так, киллер, привет. Ну, блять, я ему гжель выбил. А, у него 13 прочности гжель. Пиздец. Охуенно. Шестнадцатого.
чё, куда-то убежал, блядь. Сдохни. Ну чё ты там ползает? Да ща порвём его! Свистни в хуй, сейчас тебе пиздец придёт! Именно лутал. Так, ну минус 3. Я, конечно, покоцан на пиздец. Слишком мощно играешь, научи. Руслан, привет. Так, глупый вопрос. А игра уже перешла в стадию бета или здесь спираль? Бета. Ну тебе ответили, я вижу. Что-то на спиралом подкачет. Да блин, для SSD вообще не надо файл подкачки, зачем? Порт не порт, не порти SSD. Если жесткий диск, там да. Делай файл подкачки. Если у тебя мало оперативной памяти. Так, 86. Что мне пробили тоже? А, ну. Так, в принципе, можно свой калаш выкинуть там. У меня есть АКМ. Дим, забери джели. Какую убитую? Блять. Да мне не скоро эта броня нужна будет. Привет, привет, народ. Михаил, привет. Эх, удается графон. Панвар все равно там похуже графон. О, контр-кварс, точно. Слушай, а вот на насосной станции вообще газаны спавнятся, не? Григорий, привет. Спасибо, ага. Газаны на развязке надо искать. Что, казан нужен? Блять, не захромал. А где именно их искать, не пускаешь? Везде, где технические магазины и где зеленый магазин. О, понял. Там есть магазин бытовой техники. Бытовой цифровой техники. Следующую пойдем на развязку. Пошли в следующую развязку. После... Сейчас свой автомат выкинул, чтобы он по страховке ко мне пришел.
блядь, дожди нахуярь. Опаньки. Значит, прошли уже. Только куда прошли? Очко не треснет? Так, настройки перестрел. Ну, магазин Олли называется. Блять, там бот сидит. Не хочу на бота нарываться. Лёха, привет. Ты на развязке уже? Бегаешь? Везде боты ходят. Давай, давай, уходи, уходи. Он смотрит по ту сторону. Пошел, пошел! А че ты там стонешь? Ну и че ты сюда приехал? Так, у меня патроны заканчиваются. Это пересек, да? Ебаный урод, лечись. Блять, все ноги выбить.
только последний магазин у меня остался. А вот еще один. Так, Беркут, привет, сори, что долго не присутствовал на стриме. Да ничего, нормально, Сеня, привет. Дейзи, здорово. Так, ну я думаю, я четверых завалил. Может быть еще пятый быть. Пусти. Кстати, а что, сумки получше нету ни у кого? Альгинов много. Это что, мазал, но? Так и знал, еще пятый был. Сука. Да-да, меня прибили. Сынок. Все-таки пятый был. Хорошо, горел. Да, последний меня завалил. Ну, того я завалил 3, 4, 5, 6, 7. 7 ЧВК я завалил. Надо было сначала осмотреться, блядь. Ну, догадывался же. Слушай, может, дикими пойдем на этот? ФСБ РФ, привет. Вышел новый микропатч, обновил игру. Да. Только что там добавили, я так не понял. Хотфиксы, по-моему. Слушай, у тебя есть шлем? Могу купить, а то что-то без шлема так себе идти. Есть. Класс, за сколько? Барахольщика прокачиваю. 31 тысяча. Какие патроны брать? Слушай, короче, состою в фан-группе EFT, написал в торговле, типа куплю ключ от касс Олли. Ну, так, деньги фармить. И, короче, мне животное написало одно. От Гошана лучше. Я вот... Блядь, я не знаю, как на это реагировать. То есть, написал, куплю от Кассоли. И это животное пишет комментарий. Вот что за хуйня? Плюс это то животное, которое уже всех взбесило.
Вот не только меня. Ой, блядь, мне неинтересно эту хуйню слушать, понимаешь? Мне без разницы, кто там что продает. Кто там с кем хайл. Блядь, срется, не срется. Мне по барабану. Понял. А. Че, на развязку или куда там идем? На развязку. Раз там ботов надо убить. Так, патроны набрал. С магазина запасные. Все, в принципе, готов. Да, я тоже готов. Так, Денис, привет. Как будто ты реальную квартиру потерял. Я думал, клюнешь и обновишь сразу. Не-не. Да, чуйка-то была, что еще один есть. Сейчас ключ найти можно от завода. Также в этом, у вахтера, либо на ботах. Блять, задолбал. Вам слышно, да, как машина там проезжает у меня? Скажите, как правильно играть? Ух. Снайпером. Элика. Не знаю, он снайпером только в лес может ходить. Я думаю, так. Ну, можно на берег пойти, там еще кусты. Арсений, привет. И я тихонько так плачу. Я-то в чём, причём я-то здесь жадничал, я просто залутывал, и все. Я-то думал, ну ладно, четверка, пятый. Надо было мне просто прочекать, пробежаться, посмотреть. С этих последних двоих-то я просто хотел жетоны собрать, и все. Больше мне ничего не надо было. Кстати, как думаешь, исправят дым в игре? Блин, не знаю. Навряд ли. Оставят такой. Может, чуть-чуть перебалансируют. Вон у них фаеры нормально горят. Зеленые. Что-то такой же дым сделали бы и все. Выстрел. Да, я вижу. Неплохо так пострелял. Пойдем. Сразу ули. Ебать, что так светло-то на. Тут справа могут быть и слева. Спины тащим. Сторон. Понял. Блять, что-то. Тонуло. Это начало катки. Я знаю. Ботка жизнь. Их двое, это ЧВК. А, нет, это бот, царь. Бот пиздит. Блять, это кустрой.
модуль вертолета. Мне где-то здесь справа. И он пиздит. Минус один. Ну тут кто-то в шлеме был, точно знаю. Да, вот. А, кстати, тебе же шлем надо было. На, возьми. Или у него тоже шлемак. А, у него уже, покоцанное. Ты можешь взять себе. Тихо, тут кто-то. Над нами. Возможно. Сейчас залутай бота. Лутай. Я смотрю, пока. Я не спасибо за подписку. Нет, это вряд ли бот, это ЧВК. ЧВК сверху бегает. Пошли пиздить его. Ну ладно, работаем дальше. Я сзади. Утонул? Да, я рюкзак не взял и все. Пойдем? Да, ну все, пошли. Вперед смотри, назад. Вот здесь надо газаны искать. Понял. Я до конца дойду. Давай. Я пока по полочкам тут пройдусь. Так, Вайлер, привет, Виталий, здорово. ФСБ, удачи вам. Мешок смог. Давай, ФСБ. Куда побежал? Ты стреляешь? Да, минус чувака. У него, кажется, был ключ. Лутай его. Тут аккумулятор, если тебе надо. Да нет. Ну да, у него ключ был, кажется, под сумкой. Плюс газан. На его дыху нашел. Редко. Видеокарту? ВДХ, ВД-40. А, понял. Она редкая, маленькая. Я чуть по манекену не начал стрелять. Забыл шланг, уже дохуя надо вроде. А, не прекрасно? Понял. Я еще с фонарем хожу. Где? Это где стреляют? Где-то рядом. Ну, вот где-то возле меня, только я не понял где. У тебя голос не совпакован, говорят. Шлем отдай. Написали. Так, чё, газанов больше не видишь? Я только один нашел.
И тут на каких-то терминалах. Ну хз где это. Ну ты что, дальше ушел куда-то что? Нет, я тут по УГ. Ты что, у меня лазер на целевую указатель? Понял. Я не могу найти. Я слушаю, как ты там делишь. А, вон он так. Ладно, к кассам иду. Молодец. Ты еще смотришь. Ладно, тут пошли до Икеи сходим. Давай. Манекен увидел. Чуть стрелять не начал. Не стрелять. Он вспомнил, что... Пошли. Вот как пройти-то? Пиздец. Угорает. А, 8 шлангов, а, спасибо. ПД-40. Так, сейчас впереди враги будут по-любому. Ящик чекнул. Шопинг. Да-да, шопинги у нас происходят. Забыл. Между этими хожу тут. Ага. Чё? Между чем? Ну, между полками. Стеллажами. Возле горящей сейчас куча. Понял. Не, а дальше пошел вдоль. Налево поверну. Там где стрелялись. Ну сейчас побегу к тебе. Слева я справа смотрю. Это здесь, блядь, стрельба же была. Может выше? Там ухоморились. Просто тупо на живца надо бегать, блять. Они начнут стрелять. МЧС открыто. Захожу сюда. Окей, я за тобой. Налево поверну. Я направо.
Хер его знает. Ну, никого. Блять, вообще ничего не вижу. Пошли вон в Икею, ну. Там посмотрим. Бот. Эй, земляк! Оперативненько. Да я раньше хотел стрельнуть, и потом встал. Стали? Побежал туда, где выстрел. Боту в голову выстрелил, он не умер. Убил или нет? Где выходите, блядь? Справа чекни. Вперед пройду. На улицу вышел. Я остался тут. Земля, земля, зачем стрелял? Свои же. Я тебя завалил, что? Наверное, надо, да, отправлять. Ты больше ничего не слышишь? Не, не слышу. И я, кстати, в роли Олег, по мнению некоторых на ошибках. Обидно даже как. Чё? Обидно даже как. Чё? То, что я наживка. Блин, ну до этого я бегал первый. Нет, типа сказали, что я, как будто я у тебя в роли наживка. Наживца называется. Ладно, давай дозалутаемся, выходим. Я сейчас возле кассы делаю. А ты обратно вернулся? Не, ну я как бы просто прошел мимо этих, подчеркал, вроде никого. И опять где красная. С улицы зашел. Да, грибной дождик идет. Пошли на второй этаж, поднимемся. Так, он. Ты сейчас где? Я где красный, где огонь, помнишь, горел? О, я на стрельбу иду. Я тоже сейчас туда пойду. Это, короче, на улице. Выхода нет.
Ну давай, взаимно. Встретимся, повоюем. Бандикот, а, привет. Спасибо. Это ты? Да, я стрелял. По кому? Бот. Опять. Ну, пули, по крайней мере, прилетели так. Минус еще один. Блять, я заебался бегать по кругу, нахуй. Тут по металлу. Я патрон заплю. Ой, блядь. Короче, он был где зеленый, где мы тогда были. Он спустился вниз и Нет. Он здесь вот по металлу пробежался. Да, блядь, сейчас заебешься его догонять. Окей. Бегу. Нет, это я бота убил. А, окей. Ну, это кто стреляет? Не знаю. Это где-то возле меня. Тебе белый броник нужен? Не. Все выполнил? Угу. У меня тут два бота. Слышь. Ну хз, если бы освещение было получше. Где ты, в Икее? Нет. А? Где ты? Подъем на второй этаж. Живино, помирай, Алексова, привет. Привет, народ, кто зашел на стрим. Не зря потом закидывал. Так, я поднимаюсь. Слышишь, нет меня? Внимательно, да, не палимся. Так ты возле меня где-то поднимаешься. Вот он, я снизу. Ты снизу? Да, я снизу. Вот. Вижу. Он. Назад повернись. И вниз посмотри. Пиздец. Как... А, вон там. Привет. Не назад, но. Не, ну ты когда... Забей. О, Гжелька. Заебись, автомат начал держать как лучше. Я и думаю, бот просто выдержал магазин в пузо. А у него Гжелька. Один белый броник. Хоть иди сейчас и продавай, да?
Мне, кстати, руку и ногу выбил. Ну, вот что? Ага. Ну, ты их двое было, я зажал, а он вообще не реагирует. Так, шапку. Это шапку шанку, да? А чё патроны-то жалеть? Так, шапку надо теперь. Ну чё, пойдём на выход? Вон стрельба. Пойдём. Я спустился. На улицу выхожу. А ну я сейчас через другой ход. Так, а выходы-то у нас где? Северно-западный выход. Где, блин? Вот везет кому-то, у них шашлык там, водочка, а вот мне только шашлык, вот не знаю. Не в кузов, в животик. Макарон. Не, макарон, походу, нету здесь спать. Так, Максим Куприан, здорово. Блин, в туалет пойди. Кстати, мне, может, показалось, но они где-то возле выхода херачились. Да-да-да. Я вот возле Икеи. А. Прохожу. Где картинг прохожу. А, я возле тебя где-то. Ну я к выходу двигаюсь. Я не, не успел прочитать. Зачем у меня выдыхается? У меня аккумулятор лежит. Или тяжелый, нахуй. Быстро выдыхаешься из-за него, вроде бы все просто. Сейчас где? К выходу уже подхожу. Чё? Летать, я хочу дальше. В Японии Барсия нет. Ну слушайте, я вот ездил в этот, знаете, Крым, именно хотел поесть настоящего борща. Я там, блять, в каждой кафешке пробовал поесть, в ресторане, вот в одном ресторане неплохой был борщ, остальные все хуйня. Остальные все хуйня, блин. Я настолько дерганный стал, то что мухи пугаюсь. Вот она по руке такая ползет, я среагировал и руку так резко отдернул, это пиздец. Я заигрался, кажись, что Туля. Атмосферно. Так, ну я вышел. Ты чё? Сейчас уже подбегаю к выходу. Так, чё, куда пойти-то? На берег следующий? А, следующий на берег. Я не понимаю, почему, когда рулетку крутишь, постоянно призы, нахуй. Слушай, у тебя какой телефон?
Assume Redmi 5A. Ну вот он. А у тебя вот есть такая проблема, когда вот, ну точнее, у тебя за сколько он переходит в спящий режим? Ну за минуту, за две там. Херозно, так что? Просто в Хонере, вот моем, невозможно это настроить. То есть он через секунд 30 уже начинает все. Здорово, Дим. Здорово. Чё я тебе ничего не смогу посоветовать? Да такой бред. А, ну почему у меня же эти загрузочные любые экраны приложений? Именно тема. Чё ты там, скоро выходишь? Я уже вышел. Ты? Сейчас. На берег. Пойдем, пойдем только. Патрон, Рома, ты пойдешь? На берег? Да, Эль, ты не любишь на берег. Да у меня не с чем ходить. В смысле не с чем ходить? Ни оружия, ничего нет, я же не играю, мы 7 уровень. Угу. С Ксюхой только если. К топористам ходи. Сейчас кого-нибудь убьем, ты залутаешь, и все. Для тебе взять автомат, ну. Да нет, пойду, Ксюху возьму, пойду. Столько магазинов, ну. Кстати, в лес давно не ходили. Ну ладно, это дело поправимо. Сейчас пойдем. Не. Чё, одевайтесь. Ну, я уже оделся. С тем же пойду, в принципе. Одеваюсь. Блин. Давился. Так, патронов хватит. Сейчас анальгин возьму, запас. В принципе, все. Так, берег. Угу. Так, лево, право время. Лево. Метро. Так, я чат пока смотрю. Все равно, кто бы так не готовил, мы сравнимся с той едой, с которой мы. Где Паша Макарон? На работе сейчас? Ты чё, Рома, только проснулся? Даже не помылся, опять засел. Ты чё, с чего это? Вдруг ты у меня время-то видел, бля? Время пол первого дня, бля. Ну-ка, сейчас посмотрю. А чё, мы уже стартанули? Ой, я чё-то протупил немного. Пойду воды себе налью. Сейчас на завод ходил, три ксюхи вынес. 90-е годы лес надо ходить. Опять там вейпишь, ну. Все бы. Последний, крайний раз батарейка села. Надо заряжать. Ты опять серваки не поменял? Какие? Не знаю, какие у тебя стоят. Автоопределение. А чё у тебя? Пинг большой? 140. Сижу, блин, пули с гильзами. Это что означает? Чё, на 12-й заряжаешь или чё? Григорий. Так, я уже высадился. Так, отдохнул? Отлично отдохнул. У меня загрузка. Ты нихера. Загрузка карты. Быстро загрузился.
Ну, SSD-шник у меня. Да-да, у меня... Как будто у меня старый жесткий диск стоит. Я не знаю. У тебя SSD-шники же разные есть, у каждого скорость есть. Ты появился с ним? Ты с этим побежал? Да. С тризипом. А, с тризипом еще, да? Да. На, будешь нахуй. Че? Будешь этот мэн. Санчо Панчо. Че ты такой добрый-то? Че, у самого много трезипов? Нет. Два. Я один отдал, да? Я тебе говорю, ты будешь Санчо Панчо. Все будешь собирать, я в конце заберу рюкзак. А, все, я понял. Я шучу, конечно. Так, Пуся, здорово. Я сзади вас. Мы на блатные дома идем. Блатные дома? Ну это у тебя что-то с мышкой. Короткими очередями. Впереди на этом. На поле. Вижу. Двоих вроде положил. Да вижу двоих. Нифига ты мой. Санчо Панчо вперед, ног. Слушаюсь. Давай, давай, прикрою. Аккуратно. Я, конечно, не слева верю, смотри. Но за деревом помад. Так нагло идешь, ну. Ох, броник есть. О-о-о. Снимай, снимай с него все. Жетон, Дима, оставлю тебе. А себе берешь? Забирай. Этот возьми рюкзак у него, заберешь дикого. Рыба вообще без рюкзака. У них у одного М-ка дефик. О, хорошо. И, кстати, пиздатый этот, ну, разгрузка МК-2 вроде называется. Ну, когда ты есть. Ай! Сзади. Дохни, блядь! За ним пошел. Прикрывайте его. Надо дожать его. Давай, давай. Левее ухожу. Анальгины вперед, нахуй. Не вижу. Где он? Правее от вас ушел. Я по кустам здесь хожу. Ищу его. Че, в это, в дома ушел, что ли? Походу, ну. Так. Дикий прямо! Я буду бегать, троллить его. Местные пожаловали! Бандит прямо! Кто готов, нахуй? Спрятался. Читер, бля. КС. КС? Угу, КС. Где он? Внутри. Мало, ты того не залутал уже, да, еще? Ну я пойду того лутану. Ну чё, ну или забери здесь этого. Всё. ЛШЗ какой-то новый шлем. Забери у него, ну. Я пойду того залутаю. Магазины забери с него, я потом тебя заберу. О, у меня рюкзака ты, нету. Ты, Александр Днезов, привет вам. Там где вот 136 здесь. Понятно. Так, говорит. Жетон тебе потом отдам. Давай мой трезит, ну. Нет! Нет! Я там! Бать, вы, конечно, пиздец мощный, а я такой балласт. Так, этот, кстати, урод мне руку выбил. В меня и целился, зараза. ППшки.
А чё за ППшка? Это типа улучшено. Ты чё здесь лежишь? Ты по полю идешь, наш бежит по полю. Да-да-да-да-да-да, спокойно. Я в эти. Чё спиздил, нахуй? Вообще пиздец, нахуй. Я убиваю, нахуй, все пиздит. Нормально. Да Миша, все равно сейчас меня убьют, заберешься, нахуй. Разыгрался, не то, что первый стрим после отпуска. Да-да-да. А, во. В смысле, а жетон я ещё не забрал? Чё за хуйня? Беги за жетоном. Бля. А, погоди, это же КС, я забрал жетон. А, окей. Да-да-да. Чё, пошли, пошли на выход, пошли на выход. А чё ты, всё, залутался? Да. Ксюху хоть твою возьму, блядь. Оставь Ксюху мою на месте, блядь. Ксюху. Так вы выкинете куда-нибудь. Ксюху мою на место выкини. Блядь, у самого-то калаш, эмка, Ксюху мою назад, блядь, да? По страховке придет Ксюха, блядь. Я продам. Так, сейчас погодите, чат смотрю. Так, пусть я не дальше. Вот кто там, где. А, ну что, Александр Князов, привет. Привет, с вами бегать можно или вы только сами? Ну, блин, муха, обычно ты сейчас трое. Это максимум. Какой план? А? Куда сейчас планировать? Идем воевать дальше. Только не говори, Дима, что мы в санаторий идем. Че, тебя сопроводить до выхода? Давай со мной, пошли. О! Нет, вот на пизденку. Тор, привет. Вы куда убежали? У меня дохло еле-еле идет, блин. Блять. Навесил на себя 60 килограмм всякого лута. Подождите меня! У тебя есть проход через скалы, пошли, посмотрим. Начало катки, там скорее всего есть проход. Угу. Слушай, Греб, а... У тебя максимальный уровень какой в игре был? Впереди бот. Снукер. Вот, падла! По-русски, ура! Блядь! По-русски говори! Максимальный, блядь, не помню. Есть выход. Сам дойдешь? На, блядь, вниз! Где он? Где? Минус, минус, минус. Молодец. Я пойду снайпера лопну. Че, залезешь? Вот, где он дергается. Дефендер у него, елки-палки. Давай я забираю. Такой, нет, оставь, ты чё, я ж без лута. Не, я думал, кстати, можно залезть на этот камень. А где ключик? Ключик не появился? Ёпа. Я тебя на единчик, человек. Все, иди на выход. Чё лутается там? Сука, обвешался, как я не знаю кто. Пиздец. Пор выше гор. Чё, тоже выйдем или пойдём? Да выходим, давайте заново зайдём. Да, можно, конечно, чё-то. Но я вот зашел,
Никого не было, вот зашел. Как тебя, кстати, зовут-то, Гусь? Никита. Никита вот зашел. Если ты, например, ты бы сидел, тоже зашел бы поиграть. О, 16 уровень. Валера, привет. Как игру получить? Ну только купить. Я троих убил. Как игру получить? Трисип, тебе вынести это, Вадим? Разница. Ты мне дал, я тебе верну его. Хорошо. Так. Ой, блядь. Тут кто-то думает, что это к нам. Как его? Ничего, забей. Че, кого там хотел опять заморозить? Да не-не-не, забей. Болт это я какой. Бендер. Что одеть? Блять, у меня несколько пак валяются. Их одеть. Да зачем? Паки говно. Какая разница, я все равно сейчас кого-нибудь завалю и одену на себя его броник. Так, ну все, в принципе, готов. Готовы, не? Угу. Готов. А, блин. Автомат-то надо скинуть. Че, еще раз берег? Да. Левое время. В лобби. Нифига, 20 тысяч страховка. Так, когда эти викинг пулю в ногу быстрее на выход побежит. Ладно, да, надо было, да, что это? Кто там такой умный у тебя там? За зритель такой. Это, наверное, знаешь их. Вон Максим Куприянов тебе уже написал. Все, я понял. Я тебе нормально подогнал, бота убил, он в Defender, Defender подогнал, да? Нормально. Равноценный обмен. Равноценный обмен, ни хера себе, блядь, это все отдал, и разгрузку, блядь, автоматы. Ну а этот не купишь ты бит, этот Defender, там только надо битки. Один биток стоит как два автомата минимум. Так что. Так там Defender был. Так что. Чего там так что? Как ты их увидел просто, я вообще в шоке. Так они на поле стояли. Я вроде за тобой бежал, влево немножко сместился. Я же говорю на все поле, но. Все, я прилег и начал работать. Но. Вы что, загрузились? Ожидание игроков. Что, ожидание. Есть. Ждем, когда твой калькулятор запустит. Я как топористом на таможню не зайду, я обязательно на свиту попадаю, вот обязательно. Нет, ну смотрите, до обновления у меня быстрее грузило.
за кашель? Он даже угорает, там что равноценный обмен. Это что, у вас? У меня, да. У меня. На самом деле это звучит твоей долги. Восемь часов вечера по Москве. 2 часа ночи у меня. Скорее всего, навряд ли. Ой, Вадим, у тебя уже 7 часов, да? О, нас опять в катку закинул в самое начало. Ура! Буду бегать вокруг дерева. Кто из нас в кат стоит? Я стоял. На, Дима свой. Отдай что? Свой. Через зипсу забирай. Сзади. Лошар, блядь. Три зимки. Вот он. Вот он, забирай. На, вот тут. А зачем трансформер взял? Это мой. И сразу такой, это мой. Пиздец. Че, ящик-то будет плутать? Ладно, прикрывайте, я тогда ящик потом. Вон оттуда могут прийти. Кого там, блять? Без конца. Да у меня пикает, что ты? Все, пошли в санаторий. Влад, привет. Ну там по, в это время, 8, там, по московским временам много кто играет в Дискорде. Ходи такая, просто если ты одному, тебе неохота играть. Заходи, там куча парней играют. Знакомишься, туда играй. Кстати, вы когда-нибудь видели девушек, которые играют в Escape from Tarkov? Куча их. Да? Еще и стример. Странно, не встречал. Алиса, Анька Триан, потом Натали. Девки играют довольно-таки неплохо. Ну, я это не смотрел. Надо посмотреть, как ты в стриме. Ну, особенно Аня Кадрян, она в пати играет, в принципе. Нормально. Тащит всего в пати. Ну. Кто, блядь? Убили, не? Я иду на... Не-не-не! Минус. Что, бот что ли был или что? Да хуй его знает. Я вам, блядь. Я думал, кто-то из моих, блядь, мне ноги оторвал вот. В смысле, у тебя ног нету? Сейчас. Подлечил. Это, возможно, чего бот. Не-не, здесь ну, бот появляется. Петух. Они вот это вот, что за блеск вот этой травы вот этой вот, типа, знаешь, дымки какой-то, блядь. Делали, черт, блять, кстати, надо ключи пособирать на под санаторий. Есть такое. А то вообще что-то без него грустно. Но. Ходишь, блять, там. Идешь, кто-нибудь откроет. Блять, написали, ну, в чате Анька норм долго в Таркове. Я прочитал Аньку норм долго в Таркове. Испорченное сознание.
Давай-ка распределяемся. Я в следующий корпус сразу иду. Я давай, я на третий. Максим, а чё ты это удалил-то сообщение? А чё за звёздочка, не знаешь? Грек. Чё? Чё за звёздочка? Блять. Лечит она тоже. Ну, перелом может вылечить там чуть-чуть. Мази помажь и всё, как подорожник. Я в вертолёте. Стрельба, кстати, внизу там, на... Да-да-да, ну слушай. Заправки. Опаньки, кто-то есть. Чё? Где? Бежим. В моем корпусе. Да не-не, будьте пока там. Где-то прыгает. А, понял. Дима, если что, я в переходе на первом этаже. Я на второй спускаюсь. Бегу в твой корпус. По какому? По какому этажу идешь в мой корпус? По первому. Ты так не пройдешь, блядь. Глушитель. Где-то по нам рядышком работает глушитель. Слушайте, идите ко мне на первый этаж, мне одно страшно. Я где-то не слегка. В административке, короче. Слушайте, ребятишки, идите ко мне, не страшно. Это зашкерился. Кинотеатр же какой-то ключ вроде, да, Дима? Фризит, блять. Где-то зашкерился. Да он ушел, блять. В моем корпусе никого нету. Сейчас лутает кто? Компьютер кто лутает? А. Никто, никто, не я. Все, понял. Да. В моем корпусе никого нету, да? Нет, я на крыше. А на крыше что, моего корпуса или нет? Тихо, не, своего.
минус один. Красавчик. Все, готов один. Мощно. Пиздец. Че, лагануло нахуй? 29-й ВУ нахуй. Че ты забыл на нашей земле, сука? Вроде тихо теперь. Влад, привет. Я сейчас по лестнице спускаюсь, по железной. Главное дело, знаете, какой у него ник? Уёбок. Как символично. Я сейчас в кинотеатр иду. О, блять, у него оружие это на СКС. А что у него? А, класс. О, кто-то ко мне подходит. Слышь. Не из наших никто? Театр на первом этаже. Я в кабинете. На капсе сейчас иду. А ты где, Грек? Я на втором. А, администрация? По администрации в том корпусе. Сейчас комп лутать буду. Кто-то ходит тут. Да в этом я. В административном корпусе я сказал. Это я! Не убей, блядь. Тут, блядь, уже это. Сказал, что я в кабинете. Уже захотел убить. Вопрос. Вот это административный корпус, да? Да. Так, тогда. Блядь. Да не фриз ты, блядь. Чё-то жёсткий фриз. Ты тут сейф не находил? Идем дальше. Дальше куда? Ну сейчас погоди. Я тут стараюсь найти этот сейф. Блять, покажи ему, где сейф. Бля, куда мне это все девать? Ебаный рот. Что опять нашел? Отбеливатель, блядь. Отбеливатель. А, вот она, блядь, эта комната эта с этими картотеками, блядь. А, вот. Наверное, вот от этого сейфа у меня ключи есть. Так, я на крышу поднялся. Понял. Сергей, привет. Ну что, сюда придут еще? Мы сколько убили? Одного только чувака? Нет, двоих. Okay. Тоже щелочку добро. Ох. Ох.
Вот, стрельба-то вон. Да, проходи через скалу где-то. Я спускаюсь по лестнице. Помнишь, со стороны. Я спускаюсь на этаж, потом иду. Так, вы вдвоем в административном, да? Да. Вот я вышел из него. Я вот за него сейчас пробегаю. Буду смотреть проход через скалы. Я пойду туда. Я к дырке подхожу. Вот я залетел. Угу. Викинг, ты где там? Да сейчас до утра уже. Я справа от дороги пойду. Слева посмотри. Может уже лутается там. Угу. Вот через этот выше, да? Через... да. Не вижу никого. И прохода через скалу вроде нету. Выхода? Есть, есть, есть! Где? Возле... Лутается. Возле бункера? Ну как? Ну я за камнем, пиздец просто. Возле бункера. Раньше сказал бы, я бы тебе помог. Пиздец, я за камнем стою, а это хуё, блядь, не продолжает. Пиздец. Ору. Прям около бункера самого, да? Я его убил его. Того. Ну коца не нравится. Я подхожу к бункеру, Дим. Подожди. Разлутайте меня. Я сзади тебя. Простой, бля. А где ты, ну, помер? На камне. Свалился куда-то. Дима, жетон будешь забирать? Да, забирай себе. А! Кто по мне стреляет, блядь? Вражина. Сука, убили меня. Там же, на том же месте, Дима, где ты его убил. Он где-то рядом, походу, за танком сидит, сука. Угу, Альф-54. Тух, вы мародерством занимаетесь, пишется. Каким именно мародерством? Блять, всякую хуйню подобрал. Оглушитель — хорошая вещь.
будешь? В чем буду? Спасибо. Че? Спасибо, говорю, за то, что разлутал. Че, Рома, и тебя же надо разлутать? Ну да. Че у тебя было-то? Калаш скинь, наушники скинь, каску, блин. Там жетоны позабирай. Че, сначала прочекаем, нахуй. Может, еще кто-то? Еще какой-то хуй доталово сидит. Вот и че, лобот тут нахуй. Как... Но на... все хана ему! Че, лобот ебаный на выстрелы шел. Сумка у тебя была? А, точно была. Пати рюкзак в рюкзак нахуй. Ой, блядь. А он у тебя пустой, да? Один пустой, да, один полный. Знаете, нахуй. Как классно, когда вещи сами с собой пропадают. Сука, автомат. Автомат не падает. Воу-воу, улетел. Блять, я его подобрал опять, нахуй. Пускай там валяется. Жетоны, говорит. Все, пошел на выход. Хули, что делать еще? Покерфлай, привет. 100 граммов, здорово. Так. Дорогу на таможне, походу, сам. Ну да, пошел это дорогу на таможне. Сергей Христа здоровался. Привет. Ну, пока дойду, Диман. Угу. Вот кто там, зрители, кто есть, если хотите, вот можете снять греку. Просто я освобождаю. Кто там тебя просился? Нет, он попозже. Ну, 8 вечера по Москве.
Да. Я сейчас пойду, мне надо. Ну ладно, давайте быстрее поиграть. Давай. Это отдышка, это пиздец. Можно было мой калаш выкинуть, вражеский забрать, он только страховки придет. Кстати, Зомби Хантер, вот ты написал мародерство. Почему мародерство? Да, автомат, кстати, заколдованный был такой. До выхода бежать и бежать. Кстати, по пути я могу с челоботом каким-то встретить впереди. Не успел крикнуть слово заветное. Так, 4000. Вот, троих завалил. А, джетон забрал у Рома. Так, ладно, давайте все сразу сбросим. Челлендж. Что, давайте, народ, куда пойти-то дальше? Давайте сходим диким, так, на таможню. Так, что из напарников-то никого нету там?
Развязку. Ну блин, развязка, мне кажется, там скучновато она. Именно на самой развязке. Давайте мы можем сходить и на развязку в следующей катке. Так, 35 минут. Блять, это, можно сказать, конец катки, но... На М-ку. Грек-47, здорово, Юрий. Привет. Решалу матч. Ну, давайте пойдем на решалу. Искать решалу. Граната нет у Ну да, по идее задание. Ну, блин, сейчас ты мне за дикого зашел. Ну тогда есть по заданию как раз мне на развязку надо и ЧВК убивать. Так, хотя бы приклад найти. Чума нашли, хорошо. Чтобы аналогичек вообще было бы замечательно. Так, здесь бывает приклад валяется. Решалу показать. Пошли искать решалу. Все прошелся здесь, поутал. Сейчас на заправке посмотрим. Что за баг? Вот смотрите на руки мои. Грязные стали. Как ящик, короче, песком покрылся. Смотрите, чистая куртка. Оп. Грязная. Чистая. Блять. Охуенный баг. Так, что решало есть, не? Нет, здесь нет. Ладно, пошли в общаги. Он в трех местах. Либо на заправке вот эти. Либо возле двушки, либо трешки. Чужите. Казалось, что кто-то сидит. Я знаю, что там ключ от МЧС стонется. Может. Да-да-да. Камуфляж. Активации камуфляжа. Блять. И кто это?
Сука, без приклада жопа будет. Вроде тишина. Вот это свита, почти полный. Охранники решали. Шел мочить. Кто-то пришел, наверное. Да. Пьевник, гранат, блядь. Так, ну где-то решала сидит, блядь, спрятался. Так, сейчас все проверим. Что надо найти решалу, на где-то он спрятался. Тоже почти полный. Полноценный фонарик. Решало искать. Морфия есть. Принять, не принять, не.
Я вот не помню, они прячутся, не прячутся, блять. Он решал, вот эту дверь за собой закрывают, нет? Сейчас знаю, как лучше зайти. О, блядь. Значит, в трехэтажке, короче. Имеет по комнату. Ну, в прошлый раз, да, он меня с комнаты завалил. Не, я успею шлем подобрать. У меня сейчас эти магазины, возможно, понадобятся. Просто раз шел где-то вот здесь у меня в комнате спрятался. Решал, его убил. Решал где-то здесь, блядь. Он чуть попозже взять.
Вот, решало убили. Почему у меня одиночка стояла? Я же переключал на автоматический. Пиздец. Сука, так до решала не дошел, нахуй. Вон он там валялся. Да-да-да, начало ботов. Как говорится. Вот можно сохранить. А, вы убит. Вы это увидите, нет? Здравствуйте, да? Да-да-да, другой автомат же я поменял, совсем забыл. Тупо одиночка, блядь. Сука, я нажал. Так, ладно, пойдем, решала дальше искать. Так, посмотрим, кто из напарников-то есть. Так. Что, не забыл вроде? В этот раз нахуй не подъебемся. Ребят. Канадец, привет, кстати. Золотой ТТ всего 20 тысяч стоит. Ну да. Нет, там самое главное, чтобы биткоин у него бывает. Урешал. Хотя стоил бы вот ТТшник золотой, ну блин, 300 тысяч. Тогда было бы ништяк. Сколько стоит игра? Ну, вот те уже сказали. Минимальный пак 1600. Ты уже будешь играть. Демон злой, привет. Одному, конечно, тяжеловато будет. Решал ее искать. Какое ство больше всего хотел увидеть в игре? Печенек. Я лично хотел бы печенек. Ну или ПКП просто, хотя бы не печенек. Наконец-то. Ирина, привет. Сколько весит ТТ в игре? Весит? Первого знать не помню. Надо посмотреть. Да, РПК будет для нас. Да, РПК. Не, ну, меня спросили, какую я хотел. Я ответил.
спасибо за подписку. Блять, а меня кто снес? Кто-то сбоку, короче, мне еще ёбнул. О, у меня то. Блять, из чего он это? Сука. Слишком много народу, короче, в этом квадрате всегда появляется. Дмитрий Волгин, привет. Сейчас посмотрим, сколько это весит. А где у него вес? А, вот. Да что-то легкий. Ну. Что, 600 с лишним грамм, что ли? Навряд ли. Это ради прикола, по сути, на противогаз. Еще старый такой противогаз. Знаю, такие еще выпускают, не выпускают. Что, с чем пойти? Давайте, а, АКМС. Только мне этот прицел не нравится. Давайте нормальный прицел прикупим, который я люблю. Он что, еще не продается у меня, что ли? Вон, давайте вот этот маленький. Звездочка, дорогая вещь. 17 тысяч. Он хоть дороже теперь станет. Кстати, на нем у меня стоит лазерный указатель. Поставим. Да, Александр, ты правильно пишешь. Привет, как зовут тебя в реале? Дмитрий. Дмитрий. Думал, сколько 3 килограмма маска. Да-да, нарешал, сейчас пойду. Только куплю себе касочку. И наушники. Наверное, стопаки вот это. Так, теперь магазины нужны.
Все, погнали, опять решалу искать. Блять, чуть на завод не убежал. Я хочу, чтобы кепку вяжать козырьком, но до Насика она нужна. Маска в схроне, нет, это не бронировано, просто косметическая. Не броники ВС. Она просто, с одной стороны, маска удобная, то что ты выделяешься по сравнению с другими игроками. Тебя увидели, сразу не трогают, потому что, например, ты именно с напарниками ходишь, они тебя сразу различают за счет этой маски. Да нафиг мне этот рюкзак, я же стреляться иду. В крайнем случае рюкзак с кого-нибудь сниму. Да, решала теперь пока только на таможке. Поэтому большинство все на таможне ходят. С них залутаться неплохо. Косметическая маска. Никакой брони, эстетику только придает, никакой брони, да. СБ-13, например. Да, оружие надо больше водить. Адекватных оружий. А не всякие пистолеты, с которым никто не бегает. Резьбу. Что за хуйня? Разучился прыгать. Короче, без шифта буду прыгать. Решал в общаге. Идем, короче, туда. Супер Марио.
Так, вот раз у меня автоматически, автоматически. Разглушки. Так, стамину в ноль не теряем. Ну, блять, он точный, сука, бывает с двух пуль и все, ты умираешь. В голову сразу стреляет. Сейчас у меня один только минус. Мне с двух сторон могут пойти. Давайте также зайдем, посмотрим. Блять, вот он и решал. Быстрее, энергин. Так, кто-то напротив там, блядь, по ним стрелял, на. Решал, не я завалил. Почему, блять, я не попал, не завалил его нахуй? Что весь покоцанный был? Да я понял, что там игроки, вон видишь, встретился, все подарил ему нахуй. Эх. Точка спалит. Кем-то дрались, да, они напротив перестреливались. Ну что, еще раз за решало пойдем. Ну-ка, есть кто одиночки играет? Там трое там. Так, сколько время-то? Ну давайте еще одну каточку. Что надо? Кушать, варить. А, кстати, давайте-ка за дикого сейчас зайдем. 17. Может, на эту же локацию попадем? Грудь выстрел. Просто надо уже и ужин варить. О, все, дикий освободился. Давайте пробуем. На эту локацию попадем. На тот же сервак. Ой, у меня сейчас опять скоро дождь начнется. Ужас. Гранаты побольше взять.
какой сервер? То, блин, у меня автоматически. Тридцать 4 минут. Нихуя вас тут банда. Вы кого-то видите или? Чё за хуйня? Разгрузка беспонтова. Куда там смотрят? Завалили. Давай лутайся. Так, спортивная сумка, там еще побольше. Ладно, пошли искать решалу опять. Что такое? То есть стрельба. Правда, без медицины это жопа. В Москве жара. Ну, я в Москве был, когда 24-го был. Блять, на заправке надо чек. О. Но мне кажется, это не решало ни хера. Просто дробаш работает. Потому что решало понять, когда там автоматная очередь. Хотя погодите. Что за труп валяется? Не, здесь решала точно нет. Блять. Надо было раньше стрелять.
Отстрелял бы от угла. В кустах, видите, я заметил чувака, потом, блядь, искал. Я думал, сначала этот бот сидит. Это игрок оказался. пятьдесят пять урона нанес. Не свою катку, это однозначно. Так, блин, давайте на сегодня все. Стрим будет чуть позже, часа, наверное, только через 5. Еще один стрим запущу, еще раз погоняем. Всем, что кто смотрел, спасибо. Спасибо за то, что палец вверх поставили. Модерам отдельно спасибо. Ну, пока все. Всем пока.